Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги, партнеры и просто хорошие люди. На связи Сергей Панферов, и сегодня у нас будет обзор от независимого лица про вот такой вот проект «Статус 7». Данный проект создан полностью в Telegram, то есть это Telegram-бот, который работает независимо ни от чего, здесь нет никаких сайтов, никаких сторонних там платежных систем и так далее. Есть, конечно, платежная система Payeer, с которого пополняется баланс данного Telegram-бота, но об этом я покажу немножко позже. На самом деле у меня, конечно, есть чем заняться, есть свои бизнесы, проекты, партнерки и много чего. И к подобным проектам я отношусь иногда скептически, иногда с опаской и осторожно, иногда полностью принимаю те выгоды, которые несут проекты, поэтому в моих обзорах есть как и положительные, так и отрицательные, на мой взгляд и по моему мнению, проекты и компании. Да? И вот сейчас у нас очередной обзор. На самом деле, мне о нем буквально вот недавно сказал один мой знакомый, которому я абсолютно доверяю. И тем не менее, я сначала какое-то определенное время рассматриваю с каких-то минимумов. Да? То есть захожу на какую-то минимальную сумму, смотрю, что из этого получается. И после этого уже решаю, насколько серьезно я могу там двигаться дальше. Итак, открываю свой Telegram. И вот здесь вот вы видите вот такой бот. Он называется «Статус-бот». Вот здесь вот то же самое, да, то есть когда вы нажмете ниже видео на ссылочку, либо на кнопочку и перейдете вот, ну, естественно, Telegram у вас должен быть установлен либо на мобильном устройстве, либо на вашем компьютере или ноутбуке, да, и перейдете вот сюда вот, соответственно, нажмете, ну, если у вас ничего не появится здесь, да, нажмете на вот эту вот стрелочку, ну, обычно кнопочка «Старт» есть, да, но если не появится, нажмете вот на эту вот кнопочку и напишите «Старт». Ну, вот так вот, видите, да? Это самое-самое начало. И дальше уже у вас появятся вот такие вот штуки, да? Но об этом давайте я вам немножко позже расскажу, то есть как и чего. Теперь давайте посмотрим. То есть я оплатил первый уровень, цена вопроса всего 100 рублей. Я уверен абсолютно, что 100 рублей найдется у каждого человека для такой бизнес-игры. Да? Вот видите, что я вошел. Мы видим, что у меня 0 дней, 0 рублей, 0 УЕ, но заработано 0, везде по нулям. Да? И естественно, здесь нужно было нажать «Пополнить баланс». Естественно, я, вы видите, пополняю на 100 рублей. На 100 рублей. Далее, думаю, дай-ка я посмотрю, каким образом здесь работают переливы, каким образом идет распределение денег. Да? То есть, вот вы видите, что я баланс пополнил, потом купил матрицу S1, вы видите, да? И, соответственно, на первой матрице у нас доход составляет, ну, то есть 100 рублей мы платим, а доход ожидаемый у нас будет более 8000 рублей. Я думаю, ну, классно, да? То есть заполнено у меня пока 0 и свободно 2046 мест в этой матрице. То есть идут переливы сверху. То есть не только от собственной активности, но и от пассивного ожидания, чего я, кстати, вам не советую делать, потому что надо и активничать, и пассивничать заодно, да, все вместе вкупе. Итак, мы видим, что первая матрица у нас активна, и дальше у нас пошло, думаю, ну дай-ка я посмотрю, это было вот 17.36, да, и потом мы смотрим 17.43. Уже через 7 минут я смотрю, у меня Telegram засверкал. Ага, 4% бонус от какого-то участника, хотя ничего не делал, 4 рубля капнуло. Далее, 18.04, еще 4 рубля капнуло. Далее, еще позже, да, ну думаю, ну ладно, хорошо. Ну, 4, 12 рублей, неплохо, да, но это вот все буквально в один вечер произошло. Потом просыпаюсь с утра, смотрю, ага, еще 4 рубля, еще 4 рубля, еще 4, думаю, так, хорошо, надо тогда взять еще вторую матрицу, да, но я тут заодно и вторую, и третью купил, да, я здесь, ну, вот здесь вот, я просто удалил лишние сообщения, чтобы мы на них не отвлекались, я вам позже все равно все это покажу, как это работает, да. После этого, прям вот после этого, думаю, ну, что у меня еще будет? Ага, 4% это уже 8 рублей. Это, видимо, что вторая матрица, да, на первом уровне. Далее, еще 8 рублей.
вторая матрица. Потом по первой матрице пошли 4 рубля, 4, 4, 4. Ну, естественно, на первой матрице большинство будет участников. Вот, но, тем не менее, зачем терять прибыль, когда мы можем забрать много, да? Много. Ну, и вы видите, да, что 16.05, 16.20, ну, видите по времени, что нет-нет, да потихонечку вот здесь вот видите, да, вот эти вот рублики нам капают, капают, капают. Капают, да, где-то там почти каждую минуту, где-то там через какой, через 2, через 7 минут, то есть через определенное время, видим прекрасно, да, вот они, и вот видите, там до самой ночи все это капает. Далее, следующий день, пошло прям с полночи, еще пошли, да, вы видите, потом под утро, вот они, по чуть-чуть они сыпятся, 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 сыпется, сыпется, вот, вот таким вот образом, вот, вот мы видим даже на третью матрицу, вы видите, все равно люди заходят, да, вот, тоже как бы, это все, это пассив, то есть в это время я пока еще ничего не делал, абсолютно ничего не делал, но мы видим, что вот очень часто прям сыпется народ сюда, да, то есть проценты нам капают с всех этих матриц. Вот, вы видите, сейчас я листаю. Ну и буквально вот сегодня, да, буквально вот после полуночи приходит сообщение, то есть бот иногда рассылает какие-то полезные ссылочки. Я вам советую вот сюда вот кликнуть, кликнуть, да, и вы перейдете вот в такой вот командный чат, вернее, общий чат проекта. О, кстати, вот пока записывал, сейчас Николай что-то пишет, пока записывал видео, буквально вот в этот чат я заходил, наверное, пару часов назад, да, здесь было 900, что-то такое, вот 930 с чем-то, что ли, участников, да, и сейчас я вижу, что уже 1066 участников, то есть сюда люди просто бегут, прям вот не по дням, а по часам, а точнее даже по минутам и секундам уже набираются участники Telegram-бота, да, данного проекта, статус 7i. Самое интересное, что сейчас это только предстарт, то есть об этом проекте еще практически никто не знает, только какие-то, ну, несколько человек, которые уже начали его прокачивать. Кстати, когда сюда зайдете, от них тоже вам будет перепадать, вот, поэтому не тяните время, не жуйте сопли, как говорится, да, переходите по ссылочке ниже, попадаете в чат-бот и вперед, чем больше, конечно, матриц вы оплатите, тем лучше, тем больше будет прибыль, вот. Старт проекта будет через 9 дней, ну чуть больше недели еще официальный старт, когда его начнут прокачивать уже на уровне там администрации и так далее данного проекта, на уровне основателя, создателя этого Telegram-бота, да. Вот, поэтому у вас еще есть фора относительно других людей, но вы об этом уже знаете, поэтому не тяните кота за хвост, а сразу сюда регистрируйтесь и оплачивайте. Цена вопроса 100 рублей, да, кому нужно больше денег, то значит 100 плюс 200 плюс 400, но об этом я тоже расскажу. Давайте еще раз вернемся. Вот, далее, вот сегодня, да, сегодня у нас 16-е, я вот смотрю, что опять с ночи пошли, пошло, 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 и потом что я сделал? Когда я пока ничего не делал, да, у меня переливы шли, теперь я решил активно поработать. Ну, каким образом активно? Записать вот это видео. Кстати, пока еще не все его посмотрели, да, и в момент записи далеко не все посмотрели еще, вы можете относительно быстро сюда зайти, да, чтобы от данной активности, да, не только от всех наших лидеров, но и от меня в том числе. А я, кстати, на днях буду делать рассылки, поэтому вы гарантированно еще и переливы получите. Но опять же, по 4 рубля, по 8, по 16 или там по сколько еще, зависит, конечно, от вас. А по 4 рубля это как бы первая 100-рублевая матрица, да, поэтому можете захотеть от 100 рублей, можете немножко больше, это все как бы зависит от вас. И вот здесь, вот на этом уровне, вот на этом уровне, я, кстати, про это сейчас скажу, да, что произошло. Мне пишет мой партнер, который меня сюда пригласил, да, который дал мне вот такую вот выгодную информацию. И делится скриншотом, говорит, вот смотри, Сергей,
Вот обратите внимание на левую картинку. Говорит, у меня активирована матрица 6, заработано там 1476, это вот буквально за пару дней, да, но мы только-только начали. И ожидаемый доход вот от 6 матриц уже чуть более полмиллиона. И я-то зашел до этого момента на 3 матрицы, вот так вот, да. И этот партнер мне сказал самому первому: «Сергей, что ты сопли жуешь?» говорит. «Что за фигня, блин? Цена вопроса-то вообще ни о чем, да? Вот эта матрица 100 рублей стоит, вот это, да? Вот это 100 рублей, вот это 200, это 400, это 800, это 1600, а вот это вот 3200, по-моему, да? По-моему, 3200. Чего ты тянешь, да? Вот смотри, я тебе первому сказала, говорит, а вот смотри, уже тебя обогнало по переливам, чего ты уже лишился, да? 6 человек в четвертой матрице, 4 там в пятой и 2 еще в шестой. Ну, мне так особо неприятно было. Потом через определенное время мне партнер, ну, буквально там через час, пока я там переваривал все это, думал, раздумывал, да, мне партнер еще один скриншот такой кидает, да, уже 77, 35, 35. И потом говорит: «Смотри, вот ты лишился, я тебе, говорит, говорю, там в четвертой матрице 6, в пятой 4 и еще 2, да, в шестой. Теперь 13 в четвертой ты лишился уже, они тебя обогнали, да, там 10 переливов в пятой и 3 уже в шестой». Вот, ну и говорит, я уже, говорит, вот взяла седьмую матрицу, да, седьмую матрицу. Ну и я, короче, недолго думаю, жалко пропускать мимо себя такие деньги, да. Я буду брать и дальше, потому что это на самом деле выгодно. Я просто расскажу немножко позже стратегию, каким образом и приобретать матрицы, и плюс еще получать от этого прибыль, выгоды, да? Итак, идем еще раз в наш бот. И после того, как я уже приобрел, вот здесь вот где-то, да, вот на этом моменте, я об этом сказал нескольким своим знакомым, ну и плюс еще по небольшому маленькому сегменту сделал рассылку. Ну, вы понимаете, да, что на этот момент, ну, если кто-то на меня подписан, у меня еще параллельно идут запуски, поэтому далеко еще не все это увидели. Поэтому пользуйтесь моментом. Ссылочка у нас под видео в описании, да. И пошли, значит, я только-только сказал, и пошли регистрации. Вот они, да. 10, 10, 10, 12, 14, 14. Вот вы видите, что люди сюда регистрируются, идут, и уже бонусы пошли. Все, вот они. Прям по времени. Смотрите, да, что люди, вот смотрите, летят просто сюда, слетаются. Вот, потому что цена ни о чем, да, и на самом деле это очень классно. Классно. Вот, кстати, начинал писать видео, у нас ничего не было, да, там потом в начале видео у нас было 6, вот здесь вот 6, сейчас 9, да, то есть буквально вот 10-15 минут я записываю это видео, вот вы видите, да, что пошло. И самое интересное, что если 4% мы получаем от места в матрице, да, то есть и от перелива в том числе, и актив, и пассив, то от личного приглашения еще плюс 50%, 50% именно от личного приглашения, поэтому активно действовать и рассказывать об этом другим людям, всем своим знакомым тоже выгодно, причем очень выгодно. Вот, то есть два партнера лично приглашенных под вами встало, и вы получили больше, чем вложили в эту матрицу. Понимаете, да? Поэтому стратегия такая: покупаете одну матрицу, к примеру, ну, хотите, захотите сразу там на 3, либо там на 5 или на 6, там, ну, в зависимости от того. Я вот как бы сразу зашел на одну, потом сразу на 3 и потом еще 4. То есть у меня сейчас 7 матриц. Вот, я решил не упускать прибыль. Вы можете зайти, к примеру, там на первую матрицу зашли. Я понимаю, что начали получать переливы. Но, тем не менее, об этом тоже рассказали другим своим знакомым. Скажи, вот смотри, да, вот показали, да, вживую вот этот вот Telegram-бот, и сказали: «Смотри, у меня начало капать, да, как только там два человека подключились,
Вот, вы сразу купили за эту сумму, ну не два, а там, допустим, сколько? Четыре. Четыре человека подключилось, лично приглашенных. Вы купили за эту сумму, уже за 200 рублей, вторую матрицу. Как только еще, возможно, даже те же самые люди, да, проплатили вторую матрицу, вы проплатили уже третью. И вот таким вот образом вы идете дальше-дальше, да. И, к примеру, когда вы как бы оплатили ну, к примеру, да, четвертую матрицу из прибыли третьей, то, допустим, с первой, со второй до этого момента вы забираете прибыль, уже выводите, ну, от 2 рублей даже, выводите на свой PR кошелек. Ну и так далее продвигайтесь, потому что там уже совершенно другие деньги, совершенно не 100 рублей, даже не тысячи, не десятки тысяч, там можно даже миллионы зарабатывать, о чем вы, в принципе, узнаете. Ну вот смотрите, да, что люди прибавляются, прибавляются, то есть я особо даже никого не уговаривал, да, но люди сюда вот идут, оплачивают. Вот, пожалуйста, да, вот буквально сколько человек, 9 человек, да, то есть я начинал записывать это видео где-то вот здесь вот у меня, я остановился, как сейчас помню, начал записывать видео, и пошло, да, и оплаты пошли, и участники начали прибавляться, пожалуйста, вот они, вот они, вот они, вот они. Вот, поэтому я вам советую все-таки не проходить мимо такой возможности, тем более цена вообще ни о чем. Ну и давайте я вам покажу, что я вам покажу, как это сделать. Да, ну, во-первых, у нас есть вот такая вот PDF-ка с маркетингом данного проекта. Вы ее можете также скачать по ссылочке ниже этого видео. Вы можете внимательно все это почитать. По преимуществам, да, сколько видов вознаграждений здесь и сколько можно получить даже только на пассиве, не только на своем активе, это реально сделать. Вот. И, соответственно, да, то есть от личных приглашений вы 50% получаете, да, а бонусы 10% и с активного, и с пассивного. Там еще, кстати, есть экстра бонусы от такого рандомного расклада, тоже интересная штука. Вот. И как видите, что старт, ну, вернее, статусы это матрицы в маркетинге старт. Вот вы видите, цена от 100 рублей, активный доход, то есть с лично приглашенного 50, пассивный это когда перелив тот же самый, да, то есть попадает человек в вашу матрицу. Вот, то есть вот таким вот образом идет распределение, да. И смотрите, вход 100, выход. То есть выход у вас более 8000. Вторая матрица. Ну, то есть каждая матрица, она удваивается по сумме входа, соответственно, по сумме выхода, да, то есть вашего дохода. Чем больше вы покупаете матриц, тем больше у вас может быть доход. Вот все это вы сами, конечно, посмотрите. Если, ну, лидерский вход, это когда вы сразу 5 матриц покупаете. 5 матриц на маркетинге старт. У меня сейчас куплено 7. У меня сейчас куплено 7 матриц, вот так вот, да, и доход у меня пассивный может составить в ближайшее время больше миллиона, что я, в принципе, вам и советую. Далее идет маркетинг бизнес, это еще 10 матриц, 10 статусов, да, но они открываются последовательно все, только после того бизнес откроется, когда вы уже приобретете S10, только тогда начнется маркетинг бизнес открываться. Но там совершенно уже другие суммы. Вот, вы видите, все это прекрасно. Есть, конечно, инвестиции, но я честно говорю, я их еще не пробовал, не смотрел, поэтому ничего сказать об этом подробно не могу. Думаю, что в ближайшее время попробую. Там доход 0,1% в день от суммы пакета. В принципе, это нормально, это реально. То есть это не похоже на хайп какой-то, да, вот, но тем не менее мне больше всего нравится зарабатывать активно на матрицах, да, чем ждать какую-то инвест прибыль от пассива, причем пассив еще и на матрицах есть, да, от переливов, вот, ну, соответственно, все это посмотрите, почитаете, гляните и увидите все вот эти цифры, да, там все уже сказано. И теперь, значит, смотрите, давайте я пока записывал, у меня еще что-то тут добавилось. Так, хорошо. Теперь смотрите, когда вы сюда попадаете, давайте я нажму на эту кнопочку, у нас появляется косая линия, то есть это слэш, да, и мы пишем сюда старт.
Вот, возможно, у вас уже изначально все это откроется, да? Далее, что нам нужно сделать? Нажать на кнопочку «Кошелек». Далее, ну, тут у нас будет наш ID, кто наш пригласитель, в проекте сколько дней, вот я 3 дня уже здесь, да, смотрю, баланс у меня вот такой, вот заработано уже вот 1200, хотя я особо еще пока ничего не делал. Вот, то есть очень классно. Доход от матрицы такой-то вот столько-то, от личных приглашений вот столько-то, да. То есть лично приглашать выгодно все-таки, чем чего-то ждать. Естественно, пополнить баланс вы можете с помощью кнопочки «Пополнить баланс», то есть соответствующая кнопочка. Здесь вы вводите сумму, то есть сразу считаете, если на одну матрицу, значит 100 рублей, на 2, значит 100 плюс 200 – это 300, если на 3 – это плюс еще 400, это будет 700, да. Вот пополняете на ту сумму, которую хотите, то есть на сколько матриц вы хотите зайти. Потом нажимаете «Отправить», переходите по ссылке «Оплатить», нажимаете «Open». Естественно, у вас должен быть установлен Payeer. Если у вас его нет, то вы его можете поставить, ну, в течение нескольких минут. Я думаю, что на YouTube вы найдете кучу-кучу роликов, как это правильно сделать. Потом вы выбираете Payeer, вернее, установите, да, и когда туда будете перечислять деньги, я сразу хочу сказать, что на Payeer в данный момент очень легко перечислить с карты, либо там с платежных систем и так далее. Вот, например, я нахожусь в своем аккаунте Payeer, и, к примеру, у меня здесь есть, ну, смотрите, да, здесь все аккаунты, то есть и фиатные, и криптовалютные, да, и вы можете пополнить вот с помощью вот этой кнопочки, да, пополнить, к примеру, рублевый счет, да, хотя можете любой абсолютно. Выбираете, какой счет отсюда можете выбрать, пожалуйста, вот, и выбираете ту систему, с которой будете пополнять. Давайте я открою, то есть видите, да, банковские карты, Visa, MasterCard, Mir, Maestro, Alpha, Click, наличные деньги, платежные системы и Kiwi, и Perfect Money, AdvCash, Яндекс.Деньги, то есть U-Money по теперешнему, да, некоторые криптовалюты, и даже через мобильный платеж, да, с телефона пополняете 100 рублей или там сколько нужно, и пожалуйста. Но не забывайте, что здесь небольшая комиссия еще есть, да, вот, и пишите, сколько вы будете пополнять, да, то есть если 100, значит, и нажимаете «Пополнить» и пополняете, то есть все здесь легко. Потом то же самое, когда вы с Телеграма нажимаете «Оплатить», да, и оплатить 100 рублей, у вас открывается ссылка, как я уже показывал, вот оплата. И вы выбираете, к примеру, Payeer, рублевый кошелек, и подтверждаете этот платеж. Он у вас приходит вот сюда, вот, и потом, когда все это пришло, вы, кстати, здесь еще есть такая кнопочка, если ваш партнер вдруг не может по каким-то причинам с Payeer оплатить, вы можете ему внутренний платеж переслать прямо на юзернейм Телеграма его, да, либо по ссылке, по ID в данном Telegram-боте. То есть это тоже можно сделать, да, а он вам, к примеру, там каким-то другим способом отдаст. То есть все это легко сделать. Далее, когда вы оплатите, когда сюда баланс пополнили, вы нажимаете уже на кнопочку «Статус». Здесь вы выбираете старт, потому что с него начинается все, да, и выбираете, допустим, S1 матрицу. Ну, вы видите, она у меня уже оплачена. Вы видите, кстати, да, да, кстати, сколько чего заполнено уже это вот как бы пока общее все, сколько заполнено, да, вот, уровней. Вот, я пока вот здесь вот нахожусь. Вот, так что свыше еще переливы будут сюда. Есть куда идти. Есть куда идти. Хорошо. Соответственно, здесь у меня матрица оплачена, поэтому здесь пока ничего нет. Но когда вы нажмете S1, а в моем случае я нажимаю, допустим, S8, это самая ближайшая неоплаченная матрица, да, у меня открывается, ну, у вас недостаточно денег. Когда я пополню баланс, можно будет просто оплатить. То есть, когда вы нажимаете «Оплатить», у вас эта матрица оплачивается сразу здесь. То есть, никаких здесь проблем не возникнет. Также есть целевые доли, это по инвестициям, да, то есть купить можно долю, да. Далее есть мои данные.
что конкретно я могу изменить кошелек, изменить e-mail и сменить аккаунт Telegram, да, если у вас несколько их, пожалуйста. Пока у меня PR не указан, но я это могу сделать вот здесь вот. Вот здесь изменить кошелек, да, то есть нажимаем, ввести номер кошелька PR вот сюда вот и подтвердить его. Все, это, ну, либо создать, да, то есть будет переадресация на создание PR кошелька. Все очень просто. Далее у нас есть реклама. Нам доступно 254 показов рекламы. Скоро вы можете использовать их для рекламы своих товаров и услуг. Да? То есть здесь еще есть вот такой вот сервис. Я пока не знаю, как это работает. Возможно, это пока еще только-только начинается, да, но тем не менее это будет. И вот здесь вот, да, вот здесь вот, где продвижение, да, продвижение, мы нажимаем. И вот то, что есть, вы можете. Вот это, кстати, ваша ссылочка, которую вы можете раздавать всем своим знакомым. Нажимаете «Поделиться» и нажимаете «Старт». Так, выберите команду. Да, тут, вот здесь вот, наверное, сейчас одну минуту, я пока этого еще не делал. Да, вот, пожалуйста, нажимаете «Поделиться» на стрелочку, да, и выбираете те чаты, либо того знакомого, участника, которому вы хотите отправить вот этот баннер и вот с этой информацией, да, плюс еще со своей ссылочкой. Все, пожалуйста. А вообще я делаю так, я говорю знакомым там: привет, как дела, вот сейчас ничего мне не говори, да, тема огненная, рубли сыпятся вообще каждую минуту, да, даю ему вот эту информацию, просто тупо копирую, вот так вот копирую, да, я говорю: будь добр, цена вопроса 100 рублей, пройди по ссылке, оплати 100 рублей через Payeer и, пожалуйста, посмотри, сколько тебе переливов насыпется за следующий день. Вот, я просто сейчас тестирую эту систему, то есть стоит этим заниматься или нет, да, и потом человек уже сюда вникает. Вот вам такой лайфхак. Поэтому можете сейчас это использовать. Кстати, вот то видео, которое вы сейчас смотрите, я разрешаю всем своим партнерам, которые по моей ссылочке зарегистрировались, скачать, себе залить на YouTube-канал уже со своей ссылкой, да, и размещать где только можно. Пожалуйста, это делайте. Получайте прибыль и активную, и пассивную, но лучше и ту, и другую. И я вам желаю зайти еще до официального старта и заработать здесь очень много денег. Как говорится, снять все сливки. С вами был на связи Сергей Панферов. Всего вам самого доброго, большой прибыли и до скорой связи.